еще осталось 3 копейка. Бери, бери, бери. Мы так вчера. Гриша свои чего? Бутерброды сделал. Бутерброды, чипсы, конфеты. Давай и это, ты кушай. Что ты тут будешь делать? Ты только на досточке ж лепи, хорошо? Ты уже порисовал? Да. Фоня уже красками порисовал. Завтра раскрасишь? Да. А сегодня будешь резать колбасу, да? Да. Получается? Ну, это трудно резать, да? Да. Надо просто потихоньку, да? Да. Покажи маме. Это танки ты налепил? Гламурные. Ну, похоже, вот да? Вот первый, вот второй, а вот пак. Да, это танки, да? Да. Красивые танки. А какие-то перловики. Еще не высохло, пусть высохнет, да? Да. Он выиграл, скажи ему. Да, как я ему могу это все сказать? Ух ты. Давай, Антоха, давай еще. Давай, 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 давай. Ой! Защищай, давай рот туда подъезжай, Антош. И вратаря не забывай вратаря. А, давай, выбивай, выбивай еще. Еще, молодец, молодец, еще выбивай. Молодец, еще выбивай. О, давай другим. Два, четыре. Молодец, молодец. Афанасий, а ты что хочешь, сынок? Икру вон сюда. О, была, да? Это кто? Это кто был? Попугай. Пупук, это икра. А, ты видел пупок? Я видел пупок. И какой он красивый? Да. А кто его лопал? Я его лопал. А как ты его лопал? А как ты его лопнул? Вот так сильно? Да. Так а что у нас сегодня будет, Афанасий? Рыба вареная. Рыба жареная? Да. Или вареная? Боже, у нас тут этот WhatsApp включился, проснулся класс. Да? Вареная. Уха, скажи, да? Да, уха. Из петуха? Из петуха. Хорошо, хоть погода, да, ничего такая, ну ветерок только. Тут рыбы накупили. А почем же рыба, Сержень, у нас? У нас дешевле, чем есть. Да, Башкагада сказала, у вас судак 200 рублей, а у здесь? 150. Здесь. А говорила, что карбзер, а не карбзерка. Кто все, дороже? Все одинаково, все одинаково. А, все по 150, а у вас что-то 200, а что-то 180, я уж не помню там. Нет, она говорила, карп зеркальный и судак. Про пеленгаса она ни слова. А у Афанасия какие новости? К нам кто-то приехал, Афань. Чего? Не знаю, кто-то к нам приехал. Пойдем смотреть? Да? А я тоже. Привет. Привет, родня. Пошли, пошли в дом, доходим. Уха, что там еще ничего, только вода? Вода. Ты где была вчера? На день рождения. У кого? У Гриши. А я тебя что-то там не видела. А я где была? Одноклассников? Угу. У каких? У моих одноклассников. Алия. Не знаю. Так, Коля заснул, да? Что тут за девочка? У нас тут свет выключает. Спасибо. Родня чистит картошку на уху. Вернее, дочищает, да? Картошки начистили, сейчас пойдем варить уху. Это было покрупнее, я никуда к вам же пришла. На уху смотреть, а вы не в куртке? Краски. Повар. Да, вы тогда эту, может ее прям целичком? Нет, она так не... Это я сильно мелко, да, порезала? Чисто фортом загораживаю.
Башки Гали, спуткал. Все кто-то отдыхает на сушилке. Да, Марсела? Ну, нападай, нападай. Что ты тут? Там мы приехали, он еще домой. Раз, два. Взяли. Стоит? Опа. Да, он же не стоит. Я уже стоял, она. Вот. Мы просто, Зай, ну плов это одно, не будет. Подожди, на этом же стояла. Так и будете держать, да? Да ну, лучше подержать, это она ужас. Ну да, представьте, она же жидкость, плов-то ладно. Там-то да, жидкости не было, да. Такие, не так, не болтается. Да он вообще не болтался, да. Наклонилась, и она пойдет. Надо как-то в угол, Зай, может это туда, да, в угол? Да, мы сейчас подвинем, давай ему поставим. Будет она стоять, на этом она будет. Дети, чтобы не завалили. Не, ну мы наложим тогда. О. Нет, я бы просто вот туда бы ее в угол бы. Давай, может, правда в угол поставить? Дети сейчас начнут бегать, я боюсь. Ой, ну ладно вам, вы сейчас, если дети начнут бегать, то тогда... Все, не надо. Угу. Ой, как пахнет круто. А петрушку не надо? Можешь накрошить, кинуть сейчас. Вот, да? Уха из петуха. Ой, а что я себя снимаю? Нормально? Я же хотела спросить, Афоня, вы во что играете? Мы играем в поведение. Да? Мама, у меня будет сколько денег? Сломаны. Да, Лена. Давай. Не знаю. Так, ты что хочешь? Ухи? А у мамы, сестры... Не знаю. Тяжеленная. Не надо, Гриш, чтобы он сейчас не перевернул. Говори, Башке с Дежкой, до свидания. Кнопе говори, до свидания. Зачем? Да у них там нету ничего, пужеров. Мы тогда были на день рождения. Все? До свидания. Кнопа на своем месте. Пока. Кнопа на своем месте, да? И... Пока. Сколько у нас сейчас время? 5:20, да? День рождения закончилось, Гришкина. А мы теперь отдыхаем. Гля, сколько у нас тут бумажек. Да не я. Это типа мы на чай всех пригласили, сухой, да? Кто выигрывает? Папа. Папа выигрывает? Папа вообще всех обыграет. Афоня, ты что, сумку туда вешаешь, что ли? Да. На футбол? Да. А там у меня будет папин. Он отойди. Афоня, отойди. Ты меня постоянно бьешь по ноге этой сумкой. Все равно говорит прости. Да откуда ты знаешь? Ты пробовал себе так бить? Мам, ну бей мне тоже. Да не хочу я тебе бить. Нет, кумку вот так, мам. А ты, мам. Ты что, уже понял, да, как? Антоша ведет. Мяч у ворот, Григорий отбивает. Ничего страшного. Какой счет у нас? 2-0. Ну, кто кого? Я их всех обуру. Все, 5. Ты забил хоть раз? Да, пап, а там обувь. Гриша! Да. Так, ну что, мы поедем, пап? Нет, все, поехали, детки, все. Молодцы. Так, мы выехали, сколько там? 6:20, да, со станицы? И переезд закрыт. Сколько? 18:20. А это сколько? Это 18:20. А, понятно. И это 14 градусов тепла у нас. Ну, ветерочек так дует, но тепло. И мы уже, по-моему, не первый раз снимаем, что мы собрались на Красную площадь и переезд закрыт. Да ты одно и то же видео выставляешь. А мы всегда просто в 6:20 выезжаем. Да. У нас строго 6:20. Если чуть позже, то все.
Так, и всегда у нас лампочка горит. Это не первый раз, когда моей машине везет. Не, ну я имею в виду, мы собираемся в город и заправляемся, да? Для звонит и звонит, а поезда нет. Поезд стоял, там товарняк. 38, 39, 40. 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ну, что-то маловато. 57? Угу. Прикинь, я до 57 могу считать. Круть. Не зря меня учили. Только до сих пор никак не могу, где мне логарифмы и тангенсы понадобятся. Еще ни разу? Ни разу. Ну ты же еще до пенсии не дожил, даже, не переживай. Даже Камасутру смотрел, там нет логарифмов. Тангенсов не надо, да? Нет. Все, поехали. Под каким углом? Под каким углом, да? Делают девочек. Под каким углом делают девочек? Ужас. Так, ладно, поехали. На заправку только не забудь. Ну зачем? Давай экстрим несем нашу. Путешествие с детьми? Да. Мы уже на Красной площади. Здесь такая фотозона клевая. Все, идем в М-видео. Антошек, иди ко мне. Я говорю, идем в М-видео. Антош, иди ко мне. Все, положи, и будет там пахнуть у тебя карман. Нам дали пробники, покажи. Вот, два пробника. Да. Ну и чё, какой тебе нравится? Вот этот? Этот какой он? Ну читаю. ДУАС на две сим-карты. Да? Не знаю, ну вот он, ДУАС на две. Ну, давай смотреть. Ты рад? Так, все, мы теперь ждем, пока наклеит пленку и вставят симку сразу, Гриша. У тебя какая игра, Антош? Это... Да? А у тебя какая? А у тебя этот прикольный? Это как котик, да? Ты построил? Да, вот. Так, мы забрали Гришин телефон. Вот такой вот он на магнитном чехле. Ну, потом покажем поближе. В общем, пошли искать теперь папу, да? Нет, лавочку. Лавочку? Да. Лавочку пойдем сейчас искать. Папа с Гришей и с Соколем к нам. Да. Не знаю. Да? Ну круто. Гришка увидел свой телефон. Знакомься, сынок. Гриш, ну с этим же надо аккуратно относиться, ты понял? 23%. У него хоть зарядку дали. Конечно. 23% не хватает на целый день. Ага. Все, Григорий, Гришна, кидай вот эту штуку сюда. И крути у тебя барабан. Антош, пока не сильно. Давай, не сильно. Раз, два. Поехали. О, все, отходи. Мне аж самое интересно. Я даже не знаю, что я хочу, если честно. Ручку или кружку? Да. Я хочу вам Красную площадь посерединке. Да? Не, можно? Да. А что там я не вижу? А обычно выпадает вот этот, где... блокнот, кружка и блокнот. Вот это вот всегда, да, вот нет, эти сектора. И, этот, и ручка сейчас только что была. Да? Кружка, аксессуары, брелок. Скорее всего, где-то ручка будет. Мама, мама, тоже. Аксессуары для... А автомобиля. Она потом назад крутится. Мама, опа. Мама, как будто там магнит какой-то. Да, да нет. Аксессуар для автомобиля, да? Не, сейчас... Не может быть. Вот аксессуар для автомобиля.
Ну это ложить, если нужно, типа. Ого, спасти. Знаешь, что у меня телефон? У тебя еще нет телефона? Ну будет, сынок. Поехали. Вернее, пошли в зоомагазин. Так, все, клетку купили. Покажи, Гриш. Сразу со всем наполнением. С домиком. Да? С домиком, с туннелем. Джунгарики. Слышишь? Мне прям даже это название теперь нравится, джунгарики. Какое-то прикольное. Бухарики? Да. Куда? А через Модис выйти? Так, мы на мойку заехали, а то у нас машина уже, конечно, может нам этого всего не простить, поэтому мы будем ее мыть. Вот это самый классный момент в мойке, это пеной. Да? Птичка какакала! Да, Фоньке кажется, что это птичка накакала, да, сынок? Да, птичка какакала! Какая же размером эта птичка? Да, какая же размером? Много птичек? Да. Мы уже дома. Сейчас разбираемся с клеткой. Давай поилку. Или давай все поставим, да, поилку, а то она тяжелая, чтобы... Получается? Так, подожди, теперь надо с поильником, а то он, мне кажется, слишком высоко, да? А это как он будет залезать? А потому что дна нет. Так, ну пересилил Григорий своего джунгарика. Как он на горку залезет, я вот этого не знаю. Он уже привыкнет. Сейчас он, подожди, сейчас он все обнюхает. Видишь, как он все нюхает? Куда он попал, Ариша, да? Ты можешь аккуратнее здесь? Глянь, как он все прикольно нюхает. Он на горку хочет. Да. А, он сейчас но все если понял. Если вы его будете пугать, то... Не захочет на горку? Да. Что, Гриш, хватит? Скорблю. Да, много не надо. Какой джунгарик. Ой, он лапками там застревает. Ну, что-то нашел съесть. А так, я не знаю, это, наверное, надо сверху ставить, да? Но так сейчас нет. Ой, не пьет. Засунется, да? Или засунется? Почему? А, пролазит? Вот эта штука, мне кажется, что нет. Подожди, стой. Отпусти. Засунуть у меня рука туда не знаю. От воды подальше чуть-чуть поставь. О, старалась. Это пофигал, померил, перерыв. Я не знаю, в домик ему тоже может насыпать? Не надо. Не надо? Мне ничего сыпать. Джунгари. Как ты его назвал, Гриш? Бухарли. Карли, Карли. Ля, он залезть не может в это. Залезет. Жрать захочет. Сейчас мне интересно, как он в колесико будет там. Ну, вы хотите, чтобы он сразу показал нам цирк? Та-та-та-ра-та-та-ра. Да. Он такой, посмотрел на меня. Вот такой. Я лежу там внизу. Мне бы такой домик. Со вторым этажом? Клетка, что ли? С клеткой? Зато с этим, с каруселькой, да? Да. Ты такой бегал. Перерыв. О, дом... он в карусельку залез, глянь. Тихо. Он сейчас будет крутить? Или... Да он, наверное, легкий для этой карусельки. Ой, что-то нашел. Подождите, а может там опилки ему мешают? Да не надо, пускай лазит. Ты сейчас Гриша ему покажет. Не трогайте. Неси, да, он же должен цепляться. Да нет, я думаю, может он здесь пока. Зачем? Что ж у Гриши в комнате? А, че он? Пускай на комод поставит, уберет все. Подождите. Подними вверх. Ручку вот эту самую вверх подними. Это укладить.
Нет, ты покрути, попробуй с опилками даже. Нормально все крутится, видишь? Он просто, может, должен лапками, видишь, там зацепляться. Так, мы сейчас уже ужинаем, доедаем пюрешку вчерашнюю и гуляш из индейки. Купили клетку, да. Уже ханак там все уже изучает, да? Понял уже. И кто тут наш карлик? Это латунь. Бля, как он все нюхает. Так... Здравствуйте, вы на канале Повторянка. Да? Да. Меня зовут Карлик. Так, что тут наш питомец залазит даже сверху на это? Да нормально, что вы оставили открытой дверцу? Ее закрыть. Гля, как он стоит на двух. Дверца сверху. Ну, знаешь, так как он залазит аж вот сюда, вот по стеночке, то мне было бы страшно. Он вылежит аж... Интересно, и откуда вот эти родом? Не знаю. Откуда Джунхарский, вообще? Да? Хомяк Джунхарский называется. Джунхарский. Так он серенький? Он что-то не по лесенке? Гля, глянь, как он. Скалолаз. Гля, как он, да? Карабкается. Нет, так он поднимается по лесенке, а спускается через кольцо. Да? Глянь, как он, да? Он смешной. Угу. Глянь. Мам, тут ты глянь какой. Здорово, да? Мам, зачем купили такую клетку? А мне нравится. И мне нравится, как он лазит. Мне тоже. Он зачем... Чистить зубы? Да. Какая-то почему тут делает? Она у папы. А, это брился. Папа же брился, да? Да. Так, тебе помогать? Да. Да все. Все, достаточно. Чищу. Да. Чистили Афоньке зубки сейчас. Давай. Полоскай ротик. Ты умеешь сам? Давай, тепленько чуть-чуть открою. Ну, да. Ты это да, у тебя сейчас холодное, а мне теплое. На сегодня все. Я иду монтировать видео. И будем теперь наблюдать за жизнью нашего Карли. Он пьет, покажи, Гриш. Ну, на задней лапу встает, так и начинает пить. Как будто бутылочку, да? Да, вот он. Да, это, кстати, Гриша рассыпал опилки, а не хомяк. Да. Хомяк пока еще ничего тут нам не насорил, да? Да, пока что все нормально. Вот вообще не умею убрать. Не надо. Ему а хорошо. Так это будет слишком большое, да. Он забираться не сможет. Да, все нормально, ему там хорошо. Он же бегает, видишь.